Активная реализация проектов в промышленности цепной реакции отразилась на росте объемов строительных работ. В 2015 году в целом стройка приросла на 9,5%. Значительное влияние на результат оказало строительство транспортной инфраструктуры. В 2016 году введены в эксплуатацию сразу несколько крупных объектов. Транспортная развязка на пересечении улиц Первомайская и Запольная, развязка на пересечении улиц Мельника и Тейфи-Дюнинского, несколько новых съездов на развязке через Транссибирскую магистраль на улице Монтажников, второй пусковой комплекс восточного обхода города Тюмени, два моста через реку Тобол на федеральных автодорогах Тюмени-Шимомск и Тюмень-Ханты-Мансийск. Завершилась реконструкция аэропорта Рощино. Сейчас его технические возможности соответствуют задачам по расширению маршрутной сети, восстановлению статуса регионального хаба, каким он и был в советское время. Объем введенного жилья 1 684 тысячи квадратных метров. Превысили плановое значение почти на 10%. В расчете на одного жителя введено 1,150 тысячных квадратных метра. Это вдвое выше среднероссийского уровня. В 2016 году досрочно выполнено поручение президента России по ликвидации аварийного жилья, поставленного на учет до 2012 года. Вместе с тем, ни для кого не секрет, что торможение в сфере жилищного строительства, вызванное негативными колебаниями рынка и снижением покупательной способности населения, оказало серьезное влияние на наш регион. В первую очередь на сокращение объемов строительства и производства строительных материалов. С рынка исчез, либо сократился в размерах ряд игроков. Нужно сказать, что многие просто не выдержали жестких условий функционирования рынка.